Кухня ЖКХ. 2Э – эстетика и экологичность, то, чего не хватает, но постепенно приходит в нашу жизнь. Так популярные в стране скульптуры и клумбы из покрышек скоро исчезнут. В некоторых регионах уже много лет запрещен такой же арт, но на уровне страны только сейчас к этому приходят. Об этом нам рассказала во время своего визита в Киров директор Национального жилищного конгресса Татьяна Випрецкая. Появится документ, запрещающий покрышки. Этот документ мы обязаны будем исполнять. Спасибо людям, что они не безучастны к проблеме благоустройства своей территории. И покрышки украсили эту территорию, но мы забываем, что покрышки несут свои определенные минусы. Мы должны иметь не покрышечную детскую площадку, а мы должны иметь детскую площадку, в которой все оборудование поставленное соответствует сертификатам, и краска там пищевая. И в случае, если что-то случится, за это кто-то должен отвечать, начиная от производителя, кончая управляющей компанией. Татьяна, расскажите, какие самые интересные или шокирующие творения из шин вы видели в нашей стране? Ну, я видела из покрышек целую огромную детскую площадку, и вот такая площадка оказалась травмоопасна для наших деток, и вот лучше так не экспериментировать. Видела и песочницу, прекрасно все это выглядит, опасность в другом, ребенок рядом с химией. Автомобильные шины относятся к отходам 4-го класса опасности, проводить досуг среди этого действительно не стоит, но не останемся ли мы с пустыми дворами, раз экологические требования не выполняются? В дома должны прийти те детские площадки, которые отвечают всем этим требованиям. У нас есть программа по благоустройству. Если это невозможно, мы видели очень много интересных малых архитектурных форм из глины, цемента и дерева, тоже экологический материал. Мы видим эти малые архитектурные формы. Это шедевры. И такие шедевры абсолютно безопасны, стоят долго и надежно. Ну и, по крайней мере, нам не сделают ущерб. Наверное, надо переходить в другую жизнь. Татьяна, будут какие-то штрафы за установку или надо будет убрать все, что есть сейчас, и главное, кто будет контролировать? Пока нельзя будет ставить штрафы, мы надеемся, что, может быть, и не понадобится. Есть комиссии по благоустройству, они могут штрафовать в общем порядке, что это не соответствует требованиям. Это была директор Национального жилищного конгресса Татьяна Випрецкая. Ну а если вы заинтересованы в комфортной жизни в Кирове, обращайтесь по вопросам сотрудничества в управляющую компанию «Актив Комфорт» 222-892. Кухня ЖКХ.